детстве меня поразило, что индейцы обменивали золотые самородки и драгоценные камни на стеклянные безделушки. Но человечество так и осталось индейцами, не поняв всю глубину и драгоценный смысл доброты и благодарности. Этих великих понятий, которые являются ничем иным, как проявлением Божьего лика на земле. И быть добрым и благодарным – это быть по образу и подобию Божьему. Быть добрым и благодарным – это быть в Боге и с Богом. Книга «10 уроков доброты» о том, как стать счастливым, о том, как быть человеком, как решать те или иные проблемы в жизни, как понимать их. 10 уроков доброты дают нам возможность глубже понять, что есть жизнь, что есть счастье жизни. Дают возможность человеку быть счастливым здесь и сейчас. Поняв всю глубину смысла двух слов «доброта» и «благодарность» в раю, неужели всего два эти слова могут сделать нас счастливыми? Изучив эту книгу, мы поймем, что это действительно